Всем добрый день. Хочу рассказать об улучшениях сына Айдоса после очного лечения в центре Пертавит. Какие улучшения? Улучшение у него понимание речи. Начал понимать речь обращенную. Давно я говорила ему всегда 100 раз. Например, отнеси кружку, там, отнеси мусор, в мусорку кинь, вот это все нужно было по 1000 раз говорить, потом только он делал. А сейчас он начал понимать речь, обращенную ему. Знает, когда на него ругаются, начинает сразу плакать. Меньше начал истерить. То есть, когда мы всегда выходили на улицу, он всегда просился в магазин, сразу убегал в магазин. Сейчас в магазин он вообще не бегает, даже не смотрит в ту сторону. Гуляем по вечерам, смотрит на детей, разглядывает, интересуется велосипедом, но сам боится садиться, пока не преодолевает этот страх. Но интересуется велосипедом. Если кто-то там ездит на велосипед, катается, он так разглядывает и с интересом так смотрит. Вот такие изменения. Далее изменения в том, что он смотрит сказку Есефы, волшебные сказки нашей волшебницы Есефы. Вот именно сказку ту, которую, где мальчик не может говорить. Вот. А остальные сказки вообще не принимает. То есть перед сном он всегда просит телефон, включи мне, говорит, на руки дает. Когда я давно включала телефон, он всегда набрасывался, забирал у меня, истерика, вот это все, крик. Потому что это было как на YouTube-канале. Он забирал, плакал. Сейчас уже он понял, что эта сказка полезная. То есть поначалу он смотрел эти сказки без каких-то эмоций, просто смотрел и слушал. А сейчас он смотрит и как бы показывает свои эмоции пальцами, там улыбается где надо. Вот. Нравится эта ему сказка. Я ему ставлю другую сказку, он все равно просит ту сказку, где мальчик не умеет говорить. Вот, речь у нас пока еще нету, отсутствует пока месяц, но иногда, когда он возмущается так сильно, что-то ему там не дашь, или там не по его маршруту, когда пойдешь, вот как выражать свои эмоции, там что-то может пробормотать, да-да-да, ма-да-да, вот так. А так речи пока месяц нету. Редко говорит ма и все. Далее начал держать мяч. Он никогда не держал мяч. Когда ему бросали мяч, он просто смотрел так и все. Сейчас он руками вылавливает мяч, когда ему кидаешь. Вот, и выполняет все задания по занятиям. Мы с ним когда занимаемся, все прям, мы давно сидели по 3-4 часа, наверное, вот как сядем в 3 часа, до 6 часов мы всегда с ним занимались. Сейчас он все быстро-быстро делает, рисует, разукрашивает, но ручку пока боится держать. Почему это боязнь у него к ручке какая-то, но карандаш держит. Вот. Далее начал хитрить нас всех. Хитрить в том плане, как бы он смотрит у нас мультики. А мультики он смотрел до этого как бы без эмоций. Просто, ну, шел мультик, все сам по себе. Вот. А вот после очного лечения, как мы приехали, он начал мультики с эмоциями смотреть. Эмоции в том числе выражать, где, например, персонажи там говорили очень такие смешные слова. К словам он начал смеяться, прислушиваться и смеяться, повторять смех там. Вот такие изменения. Это для нас очень такая большая радость.
Далее, что у него еще? Далее, когда зовешь, он никогда у нас не, ну, до очного лечения, мы всегда его заставляли садиться за стол, брать ложку и самому кушать. А сейчас после очного лечения, конечно, я когда говорю кушать, пойдемте все кушать, он бежит сам за стол садится и кушает. Вот. Вот такие изменения у нас. Начал замечать все по сторонам. То есть мы недавно приобрели, ну, приобрели кошечку, маленького котенка. Вот, вон и он начал его замечать. Он никогда не замечал котенка. Сейчас он чувствует, очень чувствительность. Чувствительность такое прямо зашкаливает. Даже иногда вот на полу там что-нибудь, пусть даже бумажка какая-то лежит, пусть что-то лежит, он, хоть он вот так идет, как будто не видит, но он перешагивает, то есть чувствует, что там что-то лежит. Он никогда этого не чувствовал. Вот. Даже котенка, он даже котенок маленький, встречается там в прихожей, там в комнате. Он никогда его не наступит, потому что чувствует, перешагивает его. Вот у него чувствительность очень такое прям зашкаливает прям. Вот в таком изменении. Потом перестал плакать в бане. Мы ходим каждую неделю в баню. То есть ему нравится баня уже. В бане он себя так чувствует, сидит так расслабленный, весь такой вот, прям нравится ему баня. Вот, что еще? Смотрит через окно, где там дети играют, смотрит в окно, дети играют там футбол, баскетбол, и там, и он прям с ним вместе вот так разглядывает. Но когда его ведешь к детям, он как бы или боится, или вот этот страх еще какой-то у него, неуверенность в себе, может быть, я так думаю, вот, еще присутствует. Вот такие у нас изменения. Дальше, хотела сказать, как у нас хитрит. Хитрит он в том плане, он смотрит мультики, например, там заканчивается мультик, мы это не слышим, он приходит, берет кружку с собой, как будто он просит воды. Я говорю, ну что, воды будешь? Пошли, воды попьем. Иду, он меня сразу же ведет к телевизору. Типа, переставь мне там другой мультик. И то, что вот еще хорошо заметила я, то есть у нас DVD и канал HD, то IDTV, то есть, ну, канал с тарелки и этот... DVD. Вот когда выбираешь, он показывает на DVD, что на DVD есть мультики, а на канале нету мультиков. Вот. И еще указывает там, что, как последующее, что нужно ставить. Я говорю, дальше что нужно делать? Он руками вот так все, пальчиками все показывает. Якобы нужно вот это нажать, потом это нажать, потом сам выбирает мультиков. Там много мультиков. Там Алёша Попович, Три богатыря, Соловей-разбойник, Мегамозг, Спанч Боб. Он выбирает Мегамозг, хотя там все написано на английском языке. Он выбирает Мегамозг и вот смотрит Мегамозг. И все мультики он смотрит как бы с эмоциями. Еще раз повторюсь. Вот туалет сам ходит. Недавно смотрю, он сам в туалет сходил, вот, и пока пришла, он сам туалетную бумагу нарвал, и, видимо, это не смог протереть попу или хотел, попытался, ну, и попытка, и то, нарвал туалетную бумагу и закинул в туалет, в урну, вот, тоже очень такое... интересный у него момент. Я ему говорю, давай протирай попу,
Он все равно или не дотягивается, или, не знаю, он тут учим, над этими работаем. С Давидом мы после очного лечения получили 3 сеанса дистанционных. Вот, дал нам много советов, что нужно чуть-чуть с ним построже, что его нужно сейчас к чему-то приучить, там цветочки полить там или еще что-то. Вот, цветы он поливает, кстати. Всем родителям хочу сказать, какие Давид советы дает, все выполняйте. Он плохого не посоветует, конечно. Если надо побить, то побить надо. Если поругать, то поругать надо ребенка вашего. Какие советы дает, все нужно выполнять. Вот. Сын сейчас первые 2 дня возмущался, когда он цветы поливал. В кружку воды наливаю, он уходит, поливал цветы. А потом я говорю, пошли будет цветы поливать. Он уже сам бегал. Я ему только набираю воды, и он сам начал поливать цветочки. Вот. Вот такие у нас улучшения. Спасибо доктору Давиду и всей его команде, особенно Юсефе, волшебнице. До свидания, до скорых встреч.